Это постамент, на котором был Владимир Ильич Ленин. Это войсковая часть 73-274. 20 июня 2020 года. Постамент. Экскурсия продолжается. Вот здесь вход на территорию, там он в кустах, дальше за деревом, там, чуть не сказал, спортхали, спортзал. Я на возвышенности, вот тут автомобили экскурсантов. Ветер поднялся. Я уже было распрощался, думал, все, какой сильный ветер. Закончилась экскурсия? Нет. В баню пошли. Вон там, в той стороне баня. Экскурсия пошла смотреть этот объект стратегический. А вот постамент. Это машины участников экскурсии. Штук 9 вот я насчитывал. Если не 10. Да, вот тут ворота. Сейчас я слезу отсюда как-нибудь. Иначе его было не увидать, этот постамент. Вот он. Там еще работают люди. Слезли в ту сторону. Там плавательный бассейн. Мы там были сегодня. В одной камере у меня уже аккумулятор успешно разрядился. Другая камера. Вот эти ворота. Вот за этим валом там постамент. Мы там были. Экскурсия там проходила. Все здесь на автомобилях. А мое авто там возле КПП. Я пешком сюда пришел. Дойдем же и мы к бане. Раз уже тут крутимся. Все туда пошли. Туда, к бассейну. Маки. Вот за этим, за насыпью там и есть постамент, где мы начинали видеть. Не знала здесь сколько раз бывал, не знал, что он там притаился. Вот лужа. Дождь был. Вчера я уже говорил в одном из видеороликов сегодняшних. Ромашки рядом. Ну вот, маки. Подходим к ванне. Вот тут где-то вся экскурсия. Один из этих двух людей. Из мужчин слева. Это владелец этой территории. Сколько тут шмели. Бабочки сейчас тут возле меня крутятся. Жизнь идет полным ходом. Хоть ветра тут не стало. Он есть, но мы просто в затишке. Это место отдыха. Наверное, можно было после бани выйти и здесь посидеть. Ну, все это нормально. Я говорю. Наверное, я говорю, да. Отвлекся. Что-то тут привяз. Это стол. Стол. Да. Спасибо. Подсказывает. Чай. Пить чай, водку, музыка, водка. Женщина, стрикен, вязать. А, стрикен. Да, спасибо, дорогой. Да. Это был Райнер. Он и проводит экскурсию. Видите, все рассказал нам. Да, чай тут пили. Пусть останется в неведении. Пусть это будет чай.
выключатель. Они оттуда ушли, все люди, мы сейчас зайдем. Не потому что что-то там, чтобы смущать, нет. Чтоб не мешались. Вот коллектив уже там собрался. По-моему, в бассейн пойдут. А мы там уже побывали. Вот баня. Были мы здесь с вами. Ходили по всем помещениям. Ну, еще пойдем. Кто-то, может быть, не видел первый видеоролик. Или первые. Кто мог предположить, что здесь будут проходить экскурсии? Какой-то интерес будут представлять эти брошенные, оставленные объекты, разрушенные. На мой взгляд, не надо было разрушать все это. Направо сразу пойдем в баню. Это экскурсант оставил. Вернется. Тут бассейн небольшой. Бассейн небольшой. Фрески целые, почти что целые, на мой взгляд, хорошо сохранились. Наливай сюда водички, можно пользоваться этим бассейном. Да. Выходим. Как вы? По-моему, это персонаж мультфильма. Ох, фонарь-то я не взял. Как не взял? С фонарем. Ну, уже нам, наверное, не надо, поскольку мы все уже увидали. Вот здесь чай пьет. Правильно Рейнер говорил. Чай пили, вязали. Вон дама, видимо, будем думать, что она вяжет, занимается вязанием. Не будем фонарь доставать. И выходим. Вышли, посмотрели. Вот этот вход мы... Налево сразу посмотрим. Вот здесь камин. Вот, видимо, это была комната отдыха. Ну, не только же чай пили на, за столом, что на улице, что нам подсказали. Вот помещение какое. Кто-то вспомнит, наверное, из участников группы, не одной группы, участников групп. Вон там просматривается здание спортзала, на которого я сказал в начале видеоролика спортхале. Посмотрели мы сегодня уже и баню. Не знаю, будет еще видео сегодня или нет. До свидания.